Здравствуйте, мои зрители. Я хотела бы сделать расклад на партию Тигнибока. Войдет ли он в парламент? Тигнибок. Меня спрашивают сделать расклад. Ну, я сейчас делаю расклад и делаю запрос от высших сил. И что у меня получилось? Интересные моменты получились, конечно. Сейчас я вам покажу карты Таро. Вот. Значит, что у него было? Значит, выпала карта Шут. Карта Шут. Это, значит, шут стоит на шаре, который подвешен в воздухе, получается. И между ног у него вот котенок. Это говорит о том, что он хочет пройти. Желание огромное есть, но стремление, все это есть. Ну, хочет как-то обновить себя, как-то нетрадиционным найти нетрадиционный, оригинальный подход. Вот. И взять на себя как роль катализатора. Вот какой-то нетрадиционный подход он хочет сделать. Вот. Понимаете, как-то вот он думает в раздумьях, потому что настолько скользкое его положение, что он мгновенно может слететь с этого шара. Вот. Что на данный момент? Колесо выпало, колесо фортуны. Все-таки он надеется на колесо фортуны, на свою удачу. Надеется, но навряд ли. Здесь-то под большим вопросом. У него он питает надежду. Вот. И чем это все закончится? Ну, закончится вот как бы он шестерка мечей. Что здесь изображена женщина, которая проплыла такие ворота золотые и держит свет и мечи. Получается, как бы она вот как бы вот чуть-чуть вошла в ворота, то есть он тайно заключает какие-то договора. Надеясь на свою удачу, он тайно заключает договора, не обнародовая с кем что, но ищет нетрадиционный путь. Потому что как вот как его партия, как сейчас называется, свобода, она не войдет. Он какие-то пути другие ищет. Вот, другие пути ищет. И надеется на свою удачу. И как бы я спросила еще, чем дело закончится, войдет ли он все-таки в парламент или нет, вышла четверка жезлов. Четверка жезлов. Здесь, значит, лес, в лесу двери, такие дубовые, деревянные двери, и за ними стоит иллюзорность, вот, как бы иллюзорность мира. То есть он, это все, то, что он пытается делать, это его иллюзия. Вот. И эти иллюзии все-таки не будут воплощены в жизнь. То есть ответ такой, что в парламент он не войдет. Как бы он ни пытался, не испытывал свою судьбу, договоренности всякие, это все иллюзия. Все. Это все иллюзия. То есть парламент, как вот, как свобода, вообще Тигнибок в парламенте не будет. Вот такой дали ответ и карты Таро, и как бы ответ от высших сил идет. Не будет его в парламенте Тигнибока. Вот. Так что не буду я сильно распространяться по поводу этой партии. Вот. До свидания, мои зрители. Заходите на мой канал, ставьте лайки. Всех жду.